Специальный репортаж. Здравствуйте. Уже месяц в этом лесу продолжаются поиски пропавшего энтомолога Алексея Булкина. На поиски ученого вышли буквально все. Все жители соседней деревни. Дед Семен и бабка Акулина. Но пока все усилия местного населения не дали результата. Мы будем ежедневно сообщать вам о ходе поисков. Товарищ, что такое? Уйдите из кадра. Уйдите из кадра немедленно. Ой, стойте. Товарищ, вы Булкин? Да, я Булкин. Да что вы говорите, сенсация! Только что вашему корреспонденту удалось разыскать пропавшего ученого. Что же с вами случилось? Соблудился, знаете ли. Наука – дело увлекательное. Вот увлекся и заблудился. Ну и как результат? Удалось обнаружить что-нибудь новенькое? Результат феноменальный. Это прорыв в науке. Такого еще не было в энтомологии. Мне удалось открыть съедобного энцефалитного клеща. Не может быть! Потрясающе! А вы уверены? На 100%. Я этого энцефалитного клеща еще в первую неделю поймал и положил его в баночку. А еще через неделю оказалось, что он съедобный. Да в этом лесу практически все съедобное. И жуки, и бабочки, а кузнечики просто пальчики оближешь. Ребята, мужики, я вот только по мясу сильно-сильно соскучился. Товарищ, Саша, ноги, Саша, ноги!